Далее вас ждет наша традиционная рубрика «Народные новости». Что нового произошло у горожан, узнала Анастасия Куклева. Что в вашей жизни происходит интересного, что нового? Пришел с армии. Недавно я была на водной битве в Энгельсе. Кеды купила труд, знаете. Сейчас вот раз наши выхожу по проспекту. И машину сын покупает. Разочаровалась в наших ночных заведениях. На выходные была на свадьбе у подруги. Племянница вышла замуж. Собака скоро будет мамой. Мы отдыхать приехали в отпуск. Уезжаю уже учиться в Москву поступать. Ребенок научился считать. Не могу белорусские деньги разменять. Сегодня у меня выпускной. Сдаю экзамены. Я закончила университет. У моей лучшей подруги сегодня день рождения. Идем ее поздравлять.